Привет, я кот Хуан. Поставь лайк за 3 секунды, чтобы я не спился. Прошу. Бух, вот такие вот лабиринты нас ждут сегодня. Ты посмотри, здесь есть и Бокси-Бу, и Фламинго, и Уэнсдей, и еще говорящий кот Хуан. Это вообще чекануться. Ставь лайк, если ты про, а с тобой найсик, бро. Давай-ка проходить лабиринтики, которые нас сегодня встречают. И здесь сразу же на входе меня встречает кот Хуан. Здорово, мужик. Как поживаешь? Здорово, котяра. Толстенький. Хотя, ладно, ты нифига не толстый, но очень упоротый. Ты просто посмотри на себя, какой ты странный. Че ты ко мне пристал в натуре? Иди гуляй вообще. Отстань от меня. Дай мне выпить, либо просто проваливай. Я не хочу с тобой общаться. Понял меня? Господи, какой же все-таки ты алкаш. Ладно. Пофиг на него, на этого кота Хуана. Я даже на него ставлю бронь. Я его последним буду проходить, потому что он какой-то очень, очень злой. Вот, и думаю, я пойду не Уэнсдей. Уэнсдей я напоследок оставлю, так сказать. На предпоследок, точнее. Потом уже Хуан. Вот, а сейчас я пойду либо Бокси-Бу, либо Фламинго из Бан-Бана. Давай думать, куда пойти лучше. Энки-Бенки или Вареники? Раз, два, три. Ой. Энки-баньки или вареники? Раз, два, три. Да, Бокси-Бу. Все-таки мы пойдем первого Бокси-Бу. Самого такого популярного уже персонажа, которого я 1000 раз видел. Ой-ой-ой, что происходит? О, боже, у меня аж пролагало. Но посмотри, кто появился внезапно. Это же Бокси-Бу. И они такие маленькие. Ты посмотри, какие ниняшки. Смотри-ка, подожди, у меня реально очень больно атакует. Потом... Он внезапно вот таким вот становится и идет на меня. Но я выжил. Все нормально. И здесь есть очень классная кирка. Просто абсолютно мощнейшая алмазная кирка на Umbrella King 3. Ну, похоже, что-то крутое, но я это все равно выкину. И идем дальше. Что у нас здесь? Так, еще один Бокси-Бу. Мне кажется, что здесь, кроме Бокси-Бу, особо ничего нет. Так, я еще хотел посмотреть свои расходники. Здесь у меня их не особо много. Ну, я думаю, что сойдет. Я даже вот хочу воспользоваться вот этой штукой. Хотя, как видишь, это не особо эффективно. Давай-ка брать другие вещи. Например, вот это вот. Вот этот вот атомный излучатель, который просто реально быстро их испепеляет. И при этом мы тратим не особо много ядерного микрореактора. Да, поэтому да, топово его юзать. Он очень, так сказать, экономичный. Но здесь я не знаю, больше ничего нет, кроме Бокси-Бу, поэтому я просто закрываю эту дверь и иду дальше. Следующее Фламинго. Идем сразу же сюда и смотрим, что у нас здесь такое. Пока что ничего страшного не встречается, но я уже вижу чей-то очень стрёмный лысый затылок, по которому так и хочется ляпнуть. Ляпа создать, прописать. Это сиреный головый качок. Что вообще здесь делает? Нифига себе. Не-не-не, давно я качков не видел, монстров. Чё, даже слишком давно. Вот Хаги-Ваги качка, это последний раз, когда я его видел вообще из качков кого-либо. Ну, дальше идем. Дальше у нас Кэт Би. Я его уничтожил, и здесь меня с двух сторон зажали. Боже мой, это кто вообще сейчас был? Это Сик из Роблокса, а вот это вообще Грэнни Дед был. Дэдди. Ой, подожди, не так его зовут, а Грандпа. Или как его? Подожди, Грэнни просто Грэнни зовут. Грандпа вроде тоже, да, просто, ну, как дед зовут, и все. Ну ладно, давай-ка мы... Вау, 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 это что такое? Как красиво выглядит, нифига себе, здесь очень много монстров. И на меня бан-бан фигарит, а посмотри, какой громадный. Давай-ка мы его сейчас вот таким вот образом бомбанем. Яичко выпало. Там смотри, яичко. Блин, надо его забирать. Здесь бомбан качковый просто нереально. И вот таким вот образом всех раскидываем. Пам-пам-пам. Смотри-ка, еще одного вынесли. Здесь что у нас выпало? Там, вау, Diamond Sword, а посмотри. Дай-ка я его заберу сейчас. Что за фигня происходит? Почему меня зажало в какие-то непонятные... тиски. Ну, ладно, вроде бы я спасся. Это, короче, картинка просто сама по себе. И она меня, так сказать, зажала. Но все уже нормально, я могу спокойно продолжать. И вот, ра-тва, наваливаем басы. Просто нереально наваливаем колбасы.
Здесь еще вот такой вот мончик. Ну и в принципе это было несложно, мы все прошли. И здесь, посмотри, у нас еще одно яицко. Так, забираем его, это уже третье, а не второе яйцо. Я не знаю, что эти за яицки, зачем мне их собирать, но здесь внезапно вот что я нашел. Хапила Бёрд нереально голодный, покорми его 6 яйцами, чтобы получить приз. То есть реально это миссия, Хапила Бёрд миссия. И он на меня так смотрит, как будто он реально не ел всю свою жизнь. Так что я прямо сейчас ему хочу дать яицко. На, держи, кушай, кушай, кушай. Так, вот так вот, отлично. Еще яйцо. Ой, извини, 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 блин, я его разозлил. Офигеть, он громадный. Может его еще покормить, чтобы он точно перестал злиться на меня. Давай поищем еще яички, я по-любому их найду быстро. Вот оно еще яйцо, сейчас я в него кину. Ой, блин, он ко мне подходит. Осторожно, ты чего? Блин, он вообще злой, капец. Вот я еще его покормил. А может быть я его не покормил, а просто я... Блин, я даже не попал яйцом. Отлично, значит это яйцо точно попало ему не в клюв. И это очень плохо, потому что он теперь будет более злее, более злым на меня. И, блин, точно мне не даст покоя. О боже, какая злая чертова птица. Я очень боюсь ее, достань. Все, я случайно тебя так неправильно покормил. Что ж ты на меня злишься? Недобрение к людям, и люди к тебе потянутся. Ну, ё-парасоте. Ладно, значит, наваливаем еще урона. И, блин, мы быстро уничтожили эту птицу. Даже не думал, что это настолько быстро. Но напомни, что я, когда кинул эти яйца, я еще получил крутой эффект. Вот он мне очень понравился, но он прошел. Поэтому уходим отсюда. Здесь больше нечего делать. Мы увидели птичку, и я очень доволен. Я еще играл на сиде этого фламинго. Справа сверху вылезла подсказка. Обязательно смотри, потому что видос очень интересный. Я вообще офигел от этой птицы. Довольно-таки страшно. Это был один из моих, так сказать, самых пугающих седов. Или не один из самых, но все равно он был очень хороший. Че ты стоишь, как ты тут вообще поживаешь, а? Скажи хоть что-нибудь. А что мне сказать? Ты мне алкоголь принес или нет? Че ты ко мне пристал опять, а? Дай мелочь мне хотя бы, мелочь на алкоголь, я не знаю, что-нибудь дай. Ну я могу тебе дать вот этот мешок, забираю его в принципе. И вот этот легендарный, ой, вот этот легендарный мешок. Вот, забирай, забирай, может тебе понадобится. А я пошел в НЗ, пока. А то он мне достал уже немножечко этот Хуан. Вообще, кто ему дал имя Хуан? Я вот сейчас думаю. Вот, короче, здесь у нас что есть? Флинт энд стил. Для чего мне это? Я здесь хожу по лабиринтам и понимаю, что походу они применяются только вот для такой вот цели. То есть мы просто зажигаем вот эти вот камни. И что это мне дает, я вообще не понимаю, если честно. Но давай просто их зажжем молча и попробуем посмотреть, что происходит. Я слышу музычку. Привет, Венди, ты чё пришла здесь загорать? Подожди-ка, я тоже буду танцевать прямо сейчас, ты чё? Какой крутой трючок, всё, я начинаю флексить. Так, это битва, она явно намекает, чтобы мы сражались. Ну-ка, 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 сейчас я такой вот тверд. Вот такой вот показываю, смотри, смотри, смотри-ка. Опа, 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 что я такое делаю вообще? Ну ты посмотри, просто лютый разнос. Так, дальше продолжай, продолжай. Танцульки, танцульки, опа, опа, опа. Не, Уэнсдей так точно не сможет. Уэнсдей, попробуй вот так вот. Посмотри, как я могу. Пам-пам-пам, это Скивиди, опа-па. Ну ладно, все равно мы под Луди Мэри танцуем, но все равно очень круто. Трек, давай, пам-пам-пам. Она ушла, она проиграла. Ха-ха. Ой, блин, она даже откисла случайно. А я дальше буду продолжать танцевать, потому что, ну, я реально крутой. Ты посмотри просто, как я танцую. Пам-пам, я просто в офиге себя, какой я крутой. Воу, смотри-ка, 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 как могу. Ну ладно, все, я вроде бы выиграл, поэтому можно отсюда уходить, даже никакого приза не получил. И это тоже я сожгу, и вот это вот желательно отключу. Опа, Хуанчик, здорово. А что у нас тут вообще есть? О, смотри-ка. Куда мой ром делся только что? А, вот он. Ну что, будем пить сейчас с тобой, да? Ну что, Хуан, вот держи твой напиток. Ой, как это вкусно, спасибо. Все, иди еще принеси мне рома.
Ой, как же ты знатно прилип к этой бутылке. Ладно, давай-ка я тебе еще найду. Пофиг, кот Хуан. Пей, 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 не отвлекайся. Ты как будто к сосочке реально прижался-то. Посмотри. Как будто ребенок сосочку сосет. Короче, я иду дальше. И куда мне вообще идти? Я думаю, вот в эту сторону. Посмотри. Ой, Кильвилли, нифига себе. Я думал, меня сейчас к стенке просто прижмет и размажет по ней. Но нет, он меня не тронул так сильно. Так что идем дальше. Что у нас здесь? У нас здесь ничего нету. Подожди-ка, а что это было вот это вот в полу? Опа, еще одна бутылка-то, посмотри. Ну пусть будет со мной пока что. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Кто у нас здесь вообще такой? Там какой-то проход был, кстати, но я не зашел в него, потому что хотел проверить лабиринты. Но здесь вроде бы никого больше нет. Так что идем вот сюда вот и... Что это за местность? Заходим, и здесь еще один Килли-Вилли. Ать ты засранец. Так, дальше здесь у нас еще говорящая Белла. И вот он, в углу торчит ребенок в желтом. Ну-ка мы его сейчас желтой пушечкой как раз уничтожим. Так, подожди-ка, нифига себе, это из дверей. Что он здесь делает, этот, статуя? Ну, в принципе, мы забрали второй алкоголь, второй ром. И, в принципе, надо еще. Бам! Отлично. Это Брон был. Еще здесь говорящая. Какая говорящая? Просто горка. Она пожиратель. Так, дальше у нас еще здесь ромчик лежит. И знаешь, они не так уж и сложно находятся. То есть вот уже мы почти все штуки донашли. Так, теперь надо вот сюда вот как-то запрыгнуть. И это было не сложно. Теперь вот сюда. И здесь у нас какой-то батут. Смотри-ка, здесь сейфы. Слышь, вот это? Подожди, а для чего они вообще? Тут просто что-то лежать должно? Или ничего не лежит вообще? Так, надо дотянуться вот до того. Блин, и как это вообще делать? Так, глянем этот. Этот. Но здесь, походу, нигде ничего нет. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Вот до тех надо допрыгнуть, посмотреть. Так, так, отлично. Чуть-чуть. Еще для распрыжки. И, как ты видел, ничего нет. Так, ладно. Вот тут еще сейф, вот тот проверим. Так, вот этот сразу заранее надо. Опа. Чик-чик. Чирик. Блин, и последний вот тот вот. Вроде бы больше... Я все проверил или нет? Сейчас проверим. Опа! Блин, не дотянулся. Да что ж такое? Как тяжело-то. Я не могу прям. Вообще капец. Так, давай! Ничего не было. Ладно, а вот здесь я проверял точно. Вот этот нижний я еще вроде не проверял. И... Да, смотри, это здесь. А зачем я тогда допрыгивал? Чего я здесь не проверил? Хотя, если бы я не проверил те, я бы не был уверен, что они пустые. Поэтому пофиг, собираем вот этот вот ром. И у нас еще 4 штуки. Сейчас мы узнаем, что же будет, если дать коту Хуану все 4... Все 4 бутылки рома, точнее даже 5 бутылок. Так, смотри, я тебе даю еще бутылку, держи. Еще бутылку, держи. И еще, и еще. Ой, братуха, спасибо. Я пью это с удовольствием. Я просто сейчас упаду. Ой, я... Сейчас, еще чуть-чуть. Ой, я напился. Сейчас тебе будет конец. Иди сюда. Ты же тоже похож на алкоголь. Я тебя высосу. Я его поразотаю. Что с ним произошло? Вот что будет, если дать ему 5 бутылок просто рома. Ты посмотри, он напился и стал каким-то... Ну, совсем другим, он каким-то ужасным стал, у него черные глаза, и тело полностью обнажено до красной, да, ну, короче, вся кожа как будто слетела с него. Да ну его нафиг, ты посмотри, он супер злой, он меня вот сейчас ударил. Блин, ну за что, я же его напоил вроде бы, мы должны были по-доброму скорешиться, так сказать. Но нетушки, если ему поможешь, он только тебе больше плохого сделает. Хотя, на самом деле, если смотреть глобально, то мы ему хуже сделали тем, что дали ему выпить. Ну, он сам просил, мало ли. Но это, конечно, меня не оправдывает. Я реально его споил немножечко. Так, давай-ка мы все-таки тогда его уничтожим. Вообще, как-то его надо, я не знаю, отправить в какие-то инстанции или вылечить его, но, походу, это бесполезно, потому что кот Хуан сошел с ума. Так что, это все лабиринты, надеюсь, тебе понравился этот видос, это поставишь мне лайкусик, подписывайся на мой канал, чтобы быть няшечкой, и ты сам знаешь что, конечно же, не теряй!